Из администрации президента поступила просьба о переносе даты церемонии торжественного открытия с 12 августа на 10 августа в связи с плотным графиком руководства страны, которое приняло решение принять участие в церемонии открытия торжественного мероприятия. В связи с этой просьбой церемония торжественного открытия переносится с 12 на 10 августа. Начинается в 15 часов 30 минут в створе улицы Архангельской перед самым въездом на мост. В 15.30 начнут свою работу творческие коллективы Вологодской области. Это коллективы и Вологды, и города Череповца. И в 17 часов мы также начинаем еще один творческий проект, финал творческого проекта и с участием звезд, приглашенных на этот праздник, в котором примут участие народный артист России Дмитрий Харатьян, группа «Чайф», «Нилетто». И завершим творческим выступлением известной группы «Дискотека Авария». Два еще таких интересных сюрприза – это шоу квадрокоптеров, которые будут располагаться над мостом с фигурами, которые они подготовили специально для этого мероприятия, ну и праздничный фейерверк, который станет апофеозом этого творческого мероприятия. После окончания шоу дронов у нас предусмотрен праздничный фейерверк, и после этого церемония торжественного зажжения, включения архитектурной подсветки мостового сооружения. Ту подсветку, которую выбрали сами жители города Череповца путем голосования. Ориентировочное время включения подсветки 22:22:20. На этом программа постепенно будет завершаться. Будет фоновая музыка до 23 часов. И в 23 часа церемония должна полностью быть завершена в связи с постановлением мэрии о запрете в ночное время проведения каких-либо праздничных мероприятий. В 23:00 персонал приступает к демонтажу сцены для того, чтобы открыть автомобильное движение утром следующего дня. Сцена будет столь большая, что она перекроет практически всю улицу Архангельскую, и поэтому открыть движение автомобильное после концерта не представляется возможным по техническим причинам. Поэтому мы утром 11 числа предусмотрели программу открытия автомобильного движения. 11 числа мы начнем в 9:30 с церемонии освещения нового моста. Далее в 10 часов мы планируем провести автопробег. В нем будет участвовать до 100 автомашин. Мы заранее сообщим тех, кто желает записаться на автопробег. Машины будут только трех цветов. Триколора, российского флага, белого, синего и красного. 11 августа в 11 часов проведем церемонию открытия движения по новому мосту вместе с Олегом Александровичем. Запустим одновременно новый автобусный маршрут, который просили наши горожане. Это будет изменение маршрута номер 9, который будет ходить с интервалом не 30 минут, а 15, и соединит впервые Зареченскую часть с Зажитнинским районом. Ну и для того, чтобы нашим жителям можно было совершить такие ознакомительные экскурсии, в этот день, 11 числа, поездка по 9 маршруту будет бесплатна в течение всего дня. Мы приглашаем всех череповчан. Конечно, будут приняться все меры безопасности при проведении массовых мероприятий. Будут работать и рамки металлоискателя, и металлоискателей, как ручные, так и стационарные. Поэтому приглашаю всех на концерт, ну, конечно, без каких-либо предметов, которые могут помешать пройти вам на это праздничное мероприятие.